За минувшие сутки сотрудники МЧС России по Ивановской области на территории региона привлекались к ликвидации 4 пожаров и 1 происшествия на воде. Ранним утром около 4 часов 11 апреля на пульт дежурной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме в городе Родники по адресу улица 4 Шуйская, 25. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. В результате пожара повреждена площадь в 76 квадратных метров. На пожаре погибли 2 человека – мужчины 48 и 79 годов рождения. В настоящий момент рассматриваются разные причины возникновения пожара. Наиболее вероятная причина связана с неисправностью электрооборудования. Известно то, что это были родственники, то есть это отец и сын.